Это у тебя будет отпуск, не увольнение еще? Ты не увольняешься, сынок, не увольняйся. Там что-то прям все плохо, там эти, я смотрю, матери уже организуют там эти, все плачут, там столько жертв, слушай, я не хочу прям в этот союз матерей, они там просто возмущаются. Ну что, среди мирного этого, слушай, взять сына и, блин, и потерять, ну как вот? Я тоже этого не понимаю. Я еще не могу объяснить себя ради чего, понимаешь? Что за родину защищать? Кто на нас напал? Сын, честно, вот я прям на этих матерей смотрю, которые сейчас объединяются, пытаются до государства достучаться, что, ну, а что уже, поздняк, блин, приходят там дети в городах. Не, зачем вот это потом ходить тут это, что-то добиваться, зачем уже? И не увольняйся просто, в отпуск приезжай, а вот как, потому что если ты уволишься, тебя через два месяца призовут туда, на это. Ты потому что ценный кадр. Дедушка, когда разговаривал с этим военкомом, Семенова бы сейчас уже забрали.